Мнения пермяков разделились. 48% не очень-то верят в выгоду от скидок. Говорят, если цена упала, значит, до этого ее специально подняли повыше. Напротив, примерно столько же людей стараются делать покупки только по акциям. 41% опрошенных ищут выгодные предложения на все группы товаров. 7% особенно ждут скидки на косметику и одежду. Мне кажется, все люди постоянно ходят по магазинам и посмотрят, что лучше по скидке купить. Только это минус 3000 было на технику, ну, на мультиварку. Эта акция была в честь моего дня рождения. Нет, я по скидкам никогда ничего не покупаю. Да, я думаю, что это рекламный или пиар-ход. Я не знаю, где это. На рынке что-то можно выторговать, а так в магазине, нет, я не хожу в магазин особо, редко-редко. Ну, на квартиры точно не целесообразно ждать. Вот. Ну, я думаю, лучше покупать зимнее летом, а лето зимой. Вот это для меня, мне кажется, самое выгодное и оптимальное. Я никогда не пользовалась «Черной пятницей», если честно. Не знаю, как-то мне кажется, у меня времени на это не хватает. Все это отслеживать, там, ждать этого всего. Поэтому не для меня «Черные пятницы». Вот если продукты, прежде чем покупать со скидкой, надо хорошенько смотреть срок годности. Вот. Ну, а так, акции, ну, лично мой это, менеджерский ход, ну, в принципе, неплохо. Конечно, держи.